Друзья, приветствую всех! Канал эстетической красоты, психологического здоровья. И я, Ольга Буганова, город Москва. Сегодня я хочу показать подготовку к любому виду массажа. Это может быть точечный массаж, акупрессурный, это может быть массаж камнями, это может быть холистический массаж, и это может быть начало массажа для релакса, для расслабления. Мы проходим медленно по всему телу. С вытяжением. Не больно. Неприятно. Тоже очень важно зафиксироваться так, чтобы не тянуть кожу и чтобы клиенту было комфортно. Не нужно быстро раскачивать. Все очень медленно, работаем телом. Не перескакиваем с одной зоны. На другую. Плавно переходим. Одна рука еще на одной зоне, другая уже переходит медленно. Это как бы подготовка, знакомство с клиентом. При массаже бамбуковыми палками также это актуально. Ну, естественно, ягодицы посильнее. Ручки вдоль тела. Угу. Одной рукой надавливаем, другая контролирует. Покачивание очень нравится клиентам, оно очень успокаивает. Чувствительно здесь, да? Нет, хорошо. Нормально, да? Здесь чувствуется. Чувствуется напряженная мышца, она более твердая. И в этом месте мы можем остановиться. Также мы можем посмещать мышцы в сторону позвоночника. То есть вот такое движение мы делаем. Вот такое движение, только основанием ладони я это делаю. Подготовка занимает от 7 до 10 минут. Ну, естественно, конечно, массаж не должен быть час, если подготовка у нас идет 10 минут, тогда это уже массаж более длительный. Ну, обычно массаж камнями или массаж бамбуковыми палками, он может быть более длительный. Конечно, приятнее клиенту, когда я раскачиваю его тело, да, Лин, чем когда я просто тебя трясу руками. Вот даже обратная связь. То есть, в принципе, когда мы покачиваем руками, стоим, это ни о чем. Все движение должно идти от тела. Это намного комфортнее, намного приятнее.
И клиенты об этом говорят, и мастера тоже многие знают об этом. Поэтому старайтесь работать все-таки телом. На своих семинарах я этому обучаю, эргономике массажа, как правильно работать, под каким углом воздействовать, как правильно держать кисть, чтобы не повреждать свои суставы. Поэтому всех приглашаю на обучение очное. Находимся мы в городе Москва, на станции метро Автозаводская. И кто не может приехать, вы можете приобрести, купить наши видеоуроки. Это не те видео, которые выложены на YouTube. Это специальные видеоурок, записанные нами продолжительностью 3-4 часа. Вы можете оставить заявку на приобретение такого видеоурока на нашем сайте курса массажа Ольги Бугановой. Многие очень спрашивают, где расписание уроков, семинаров, где можно приобрести видеоуроки, как можно к вам записаться на массаж. У нас есть сайт студия массажа Ольги Бугановой или курсы массажа Ольги Бугановой. И там вы можете все для себя узнать, всю информацию. Поэтому не стесняйтесь, заходите на сайт. Вы можете его набрать в любом поисковике, если вы по YouTube не смогли как-то почему-то перейти, потому что там есть все-таки ссылки тоже. Можете набрать в поисковике и добро пожаловать ко мне на обучение. Я думаю, что оно будет очень продуктивным, интересным, и в работе это тоже будет помогать. Но, по крайней мере, те, кто уже обучался, дают положительные отзывы, говорят спасибо, потому что их работа стала намного, намного легче. Ну вот в таком режиме, да, по мышцам мы проходим, проходим также ягодицу, также стараемся покачивать клиента телом, больше акцент на мышцы. И потом уже начинаем тот массаж, на который пришел клиент. Либо камнями, либо бамбуковыми палками, либо это какой-то релакс. То есть, чем вы захотите, тем вы будете делать массаж. То есть, любым инструментом. Это может быть просто какой-то пилинг. То есть, что угодно. Можно сочетать эту подготовку с любым массажем, с любой процедурой. Друзья, подписывайтесь на нас, ставьте лайки, приходите на обучение и не стесняйтесь заходить на наш сайт курса массажа Ольги Бугановой. До встречи!